О, я вам отвечаю, это сейчас будет огромный фейл. Богданович? Да. Ой, слушайте. Вот это Якуб Колос, вот это Адам Мицкевич, вот это Богданович, кажется. А что написал Богданович? Может, помните что-нибудь? Стыдно, но нет, не вспомню так быстро. Наверное, вот. А остальные кого-нибудь есть? Не знаю, серьезно говорю. Может, назовете, что написал Богданович, что-нибудь помните? Ну, тоже не скажу. Где он изображен? Конечно, вот. «Венок» – самое популярное произведение. Конечно, Василь Быков, Янка Копала, Якуб Колос. Так-так-так. Воздержусь дальше. Быков, Колос, Мицкевич, по-моему. Богданович, вот. Не угадала? Не угадала. Нет, я, к сожалению, не знаю. Никому. В лицо. Богданович, вот этот, по-моему. Вот этот кого-то напоминает. А, много разных стихотворений. Максим Богданович, Симон Музика не его. Василь Быков, Якуб Колос и Янка Купала. Якуб Колос должен быть Янка Купала. Этого не знаю. Сложная задача. Наверное. Нет, это Якуб Колос. Или... Якуб Колос? Наверное. Ну, два, ладно, эти два сразу отпадают. Это тоже отпадает. Может быть, этот? Ну, это какой-то современный, походу. Потому что, ну, в курточке такой. Богданович, ну вот он. Да, а что написал, помните? Нет, не скажу. Да. А остальных кого-нибудь узнаете? Нет, не могу. Максим Богданович. Так, точно не это, точно не этот, точно не он. Скорее всего, вот этот молодой человек. Максим Богданович. Ну, честно, я сомневаюсь. Якуб Колос, Янка Купала. Вот этого знаю, но не вспомню. А он разве жив? А, здесь! Вот. Вроде бы. Но это не точно. Олег, что Богданович написал? Там стихотворение было какое-то, помню. Ну вот Быков. Якуб Колос, Янка Купала. Это вообще какое-то странное, я его не знаю. И этот вот тоже не знаю. Легко, вот. Ага. А помните, что написал? Помню, что 25 лет прожил, а вот очень мало. А что написал прямо сейчас, ты помнишь? Нет. Почему нет? Это же стыдно. А других узнаете кого-нибудь? Конечно, Василь Быков, Адам Мицкевич. Кто-то вот этот не помню. Якуб Колос, Янка Купала.